как можно увеличить количество зрителей на стриме. Да, было 100 грамм, стало 700. Ребят, вы хотите хлеба и зрелищ. Здорово, 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 пацаны. Как дела? Да, кофейку взял. Дома такой не приготовишь. Не, ну приготовишь, если машина есть, кофемашина хорошая. Дома такой не приготовишь. Какой сегодня день? А, сегодня среда, да? А я думал, пятница. Серега, сегодня прям совсем рано запустил. Я еще в школе. О, а вот и Наталья чешет. А, легка на помине. Запрашивали, вот вам Наталья. Расслабленная, не могу даже дверь открыть. Я только из зала вышла. Ребят, вы по мне скучали? Я по вам очень, мне так адреналинчика не хватало. Я тут со спортзала. Пизда старая опять вылезла со своей соломой на голове. Точка, знай свое место, РСП. Да, вылезла. Что мне делать? Я же сказала, заскучала, адреналина не хватает. Ребят, вы по мне скучали? Серый брат, попроси эту шмару раком для пацанов поползать. Обнял. Обнял. А погавкать не надо? Крем-супчик и... А у меня вот такой чаечек и вот такой... Капучино будет? Будет капучино. И брускетта. Давно не виделись. Какой еще зал? Залпой десерт или стабдонат вечный? Я уж показывал. Смотри, ложка какая у меня. Длинная. Залпуй. Ну, в смысле залпуй? В рот засунуть полностью, вот так вот. Вот так вот. Четверка. Человек организованный, любит порядок. Во всем и везде. На рабочем столе, там, не знаю, там. Ну, то есть... Много с чем попал в точку. Спасибо за предсказание. Желаю самого лучшего. Серег, будь здоров. Евгений, и вам спасибо большое. Вообще, Сергей Евгеньевич еще ни разу не ошибался. И когда я открыла дверь из душа, Сергея не было. Целую в яичке. Целую в яичке. Прям ощутил. Серега, почему мэр мышнычи? Спасибо тебе за донат. 10к. Почему? Я тоже пойду сиськи сделаю. Хорошая идея. Да, на самом деле я знаю, что вот кто начинает делать всякие операции, некоторые не могут остановиться. Тут главное, ну, разумно к этому подойти, потому что да, мне вообще все в себе нравится. Так вот можно зубы подправить, ну, сиськи сделать, и губы еще накачать. Ну, еще что-нибудь. Тут главное, ну, разумно к этому подойти. Мышку. Счастья тебе. Показываю, крышка. Закрыто, дно целое, хруст есть. Чтобы никто не видел. Будь здоровы. Тима Фоен. Ой, извиняюсь. Убирай быстрее. Баб меня любит, это факт, да. Ну как мормышка, расскажи ощущение, вот сейчас тепло пошло. Сидим прекрасно, наслаждаемся. Сереж. Идеально. Сереж. Ну. Сереж. Что? Что с чем? Чего? Ничего. Что? Нормально все. Серьезно спрашиваю, что с чем? В смысле? Скоро? Как? Скоро? Что с чем? Нормально. Тебе сказала, не помню. Что? Что у меня? Что с тобой? Давай, Димон, ты чего ты пишешь? Что с тобой? Пошли.
Я тебе сказала, не пей. Ты что не можешь? Все, ты можешь? Да, люблю. Дойдешь до дома? Что ж за люди? Посидите спокойно, да? Ребята, нормально все. Просто давно не пил. Инсульт, а он стримит. Работа превыше всего. Такие странные. Вот так вот. Что было-то, Серега? Да отключился на моменте. О. Сейчас дома еще постримлю. Пока Наташи нет на вход, ноги еще Маруша закинешь. Да. 107 на 53. Нижняя. Пишет скорая. Я тоже считаю, что надо скорую. Почему ад? В чем ад? Уже лучше, ребята. Уже лучше. Да что-то вот на самом деле... Взрослый человек, кофе, алкоголь, сигареты, все это самое. Заходите так, пожалуйста, а то там прям совсем все плохо. Уже даже не справляется этот аппарат. Что случилось? Давление не скакануло. Я даже окно открыла. Это самое. 90 на 40. А чем рвет? А что идет с утра? Только кофе и... Свет можно? А что идет с утра? Только кофе и... Свет можно? Ну, вы постоянно пьет? Алкоголь сегодня, вчера не принимали? Кого? Да, выпил алкоголь. Алкоголь сегодня, вчера. Сегодня 100 грамм выпил и все. Вы знаете что, вы лучше подушки ему под ноги положить, чтобы они повыше. Нет, большие. А, большие? Чтобы... Ну, вот эти собери. Алкоголь принимали тогда. Вот как раз перед тем, как стало плохо. Если что, завещаю все тебе. Что это самое? Что при врачах не умрешь. Если что, завещаю все тебе. Да? Ну, как? Ну что? Отпусти, да? И бледный он. Он, видите, он то бледный, то красный, то бледный, то красный. Нет, еще с лицо вообще красное. Это бабушка обычно кардиаминовая, что-то такое. Ну, я говорю, можешь купить на такой суп. Сахар тоже, да, нормальный у него? Да. А сладкое можно? Можно. Ну, чай сладкий. Спасибо. Чего не говорите, у Сергея Евгеньевича он всех нас переживет. Да, было 100 грамм, стало 700. Ребят, вы хотите хлеба и зрелищ. Все понятно с вами. Офигеть, страшило. Серега, давай теперь мармыша за 15. Спокойно, спокойно. Надо скорую было не отпускать. О, отпускает, отпускает, чувствую, да. Отпускает, чувствую, да. Хорошо, да? Ну ты зря, Денчик, на самом деле. Так, знаешь, тогда Оскара в студию, так не сыграешь, честно говоря. У меня есть уже Оскар. А то есть у меня Оскар. Что вы, ребята?
Ну, ребят, ну начинайте вот всякую ерунду писать. Дается. Ну что, получше, получше. Было хуже. Помираю, онлайн падает. Песни закрепим. Шаман, встанем. А теперь пишет, РСП оторванула сама. 4 дня ждала. Сереж. Пап, ну что ты тоже вот начинаешь? Вылей масло тмина. Во-первых, мы его уже вон сколько выпили по чайной ложке. Это масло является антидотом алкоголя. У некоторых наблюдается сильнейшая реакция на такой коктейль. Я знаю, мне предупреждали. А вот что написали. Может быть, кстати. Алкашам нельзя это масло. Ну ты же не алкаш? Алкаш? Я тебе сейчас прочитаю. Вот смотри. Профилактика ОРВИ. Сахарного диабета. Онкозаболеваний. Астмы, аллергии. Укрепляет иммунную систему. Способствует растворению камней в почках и печени. Улучшает работу сердечно-сосудистой и пищеварительной системы. Используется в косметических целях. Повышает потенцию, либидо. Выводит из организма свободные радикалы, которые образуют раковые клетки. Стимулятор иммунной системы. Повышает сопротивляемость к вирусным заболеваниям. Обладает бактерицидным антисептическим действием. Подходит для взрослых и детей. Ну, видишь, я все читаю, но это же... Они дураки придумали. Ну что ты начинаешь? Help! Водкой умываться нужно от сглаза. Тоже, кстати, хорошая идея. Ты ноги подними. Сиди на стриме. Да ты мне уже 10 раз сказал, посиди на стриме. Я там всем уже надоела. Меня все прогоняют уже. Сказали, что андатора надоела. Откуда у нас у мошенниц, аферисток совесть? Что это такое? Поясни. Наталья, я тебе серьезно говорю. Вот ощущения ровно такие же. Он меня первый раз за 6 лет Наталья назвал. Слышь, что? Вот там точно все нормально? Наталья? Включи свет, а то и давление-то видно не будет. Вон я с котом лежу, видишь? Читать тоже не умеет. Не, не умею. Да, 126. Еще раз покажи ребятам. Второй раз перемерила. Все, ребят, 80 на 40. А пульс? В истории 93. Спасибо, что живой. Я вспомнил фильм «Высоцкий». Спасибо, что живой. Там тоже его, помнишь, как откачивали-то? Факт. Серьезно говорю, факт. На ход пора переходить. Ну, как бы да. Я вообще, если честно, не любитель таблеток. Вот те, кто меня знает, я вот очень в крайних случаях. Пьянство будет, точно. Да. Ребят, если сдохну, хочу заранее извиниться перед всеми. Перед всеми. Кого обидел там, кого, не знаю, может быть, там мимо ушей что-то какие-то ваши там доводы пропустил, там все остальное. Извините, ради Бога, покорно прошу. Отпустите мне грехи мои тяжкие. Да. Бам-бам-бам. Чао. Пока.